Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Resident Evil 6, это третья часть моего прохождения, где мы спустились в ужасную канализацию и будем стараться ее пройти. Я изменил немножечко у нас прицельчик, сделал его классическим, без всяких перекрестий, плюс еще было бы неплохо убрать помощь в прицеливании, но, по-моему, это сделать невозможно, кроме как сменить сложность, разве что, не знаю. Но в следующих кампаниях посмотрим. Возможно, я как раз именно это и сделаю. У нас по-прежнему здесь есть различные ящички, которые можно разламывать. И я таки наконец догадался, как можно использовать предметы. В общем-то, это все просто. Просто переключаться на F. И на G возвращать все обратно. Выбирать на G оружие. Ну, будем осторожны, конечно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас повсюду электричество. Скорее всего, нам нельзя туда будет пройти, да? Там все залито водой. И она под током. Ну, значит, нам туда вход заказан. Поэтому идем в другую сторону. Надо ускориться. Когда же мы наконец доберемся до этого монастыря? А. Давай. Что такое? Я же нажимал, а. Ну, какие вы уроды, а. На тебе, урод. Да чтоб тебя. Фу. Так, ну вот, в общем, самое время нам использовать спрей. Подберем фигурочку. Отлично, спрей нас вылечил на полную. Мы можем наконец продолжать наше движение, но странно, я нажимал кнопки, не дошло до конца, причем и полоска не дошла до конца. Может, я случайно ткнул не туда? Не знаю. Так, стоп. Отлично. А ты не встанешь? Ты не встанешь, хорошо. Можно идти дальше. Ничего себе, что это он упал? На тебе. Фу. Что? Что? Поезд! Да вы издеваетесь. Я просто не могу уйти? Мне обязательно нужно нажимать кнопочки, интересно. Ну ладно. Так, будем теперь готовы к этому поезду. Давай, вылезай, я знаю, что ты здесь. Бейсболку ему сбили. Отлично. Неплохо бы, конечно... Опа, что это выпало? Динамит с него выпал? Да сдохни же ты, а. Давай, Елена, ну убей его. У него топор еще в груди прямо. Тут его уже пытался убить. Мы нашли какой-то динамит. Это круто. R плюс пробел. Весьма неожиданная для меня комбинация была. Поэтому немножко сложал. Сейчас. Еще один поезд будет, да? Он же здесь по скрипту? Он здесь по скрипту. Вот он, вот он. Ага. Мы нажимаем и просто прислоняемся к стенке. Да, так мы этого сделать бы не смогли. Обязательно нужно нажать. Как эти поезда ездят? Какой зомби-экспресс, я не понимаю. Что это значит? Это значит, там сидит зомби и управляет поездом? Или он просто там сидит, а скорость включена? Тогда получается, это что, один единственный поезд ездит тут по кругу? Что ли он? Что ли он? Или это не она кричит? Похоже, что это не она кричит. О, собачка. О, боже мой. Собака. Плохо. Собаки это очень плохо. Нет. Фух. Патроны выбили. Все, всех убили? А, ну да, они же растворяются. Угу, понятно все.
Впрочем, как и в пятой части, они тоже растворялись. Ну-ка, посмотрим, что у нас в ящиках. А, еще немножко способностей. Кстати говоря, ближайшая новая способность появится, когда мы соберем не менее 3000 вот этих очков. Ну что, еще один поезд? Я уже приготовился к интересной комбинации. R плюс пробил. Опа. Ребятки, немного... Да что это такое, я сейчас не понял. Это... На тебе. Добить, добить, добить. Пробил, пробил, нет. Да что в вас? Вы издеваетесь. Да, что сказать, даже не знаю. Ребята издеваются просто над нами, ну ладно. Главное, нас зомби схватил. На тебе. Ну, где ваш поезд поганый? Наконец-то башка взорвалась, как долбанный арбуз перезрелый. Ну, давай поезд. Давай, давай, давай. Вот. Схватил зомби и не смогли уклониться. Да чтоб вас. Тогда был не готов. Окей, но сейчас, сейчас нас просто подставили. Самым натуральным образом. Пошли собирать, там должны что-нибудь хотя бы остаться от этих зомбарей. Не, ничего не осталось. Печально. Так. Дурацкая подземка. Ну хорошо, хоть не канализация. Канализация воняет. А здесь-то еще ничего. Кстати, тут же вспоминается... О, это нам предупреждение. Не ходи туда. Слушайте, чего он живой? Ему вообще пофиг. Растоптать. Вот так. Стоп, 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 вот. Давайте, пусть подходит поближе. Пусть подходит поближе. Вот так. Сейчас этот загорится и этого жахнем. Отлично. Давайте, вот так. Да куда ты лезешь, а? Давайте его растопчем. Да не, он уже все, он уже сам склеился. Стой, 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 стой. Ух ты, елки. Только не в электричество ли он? Ух, ё-моё. Чёртов псих. О, я напугался. Дотянемся до патронов-то? Дотянемся, все, хватит. Больше рисковать не буду. Фу, Леон псих. Думал, все. Сейчас прыгнет туда и крышка ему. Но не, ничего. Что-то уж больно много внезапных смертей тут, не пойми от чего. Вовремя кнопочку не нажал. Ух ты, черт тебя дери! Да блин! А, нас спасли. Нас спасли, нас спасли. Хорошо. Я думала... Помогаю, помогаю, помогаю. Вот так. Как перезрелый орешек. Как толстенный арбузик. Головки у вас взрываются. Так, у нас что здесь, патрончики? Отлично, патроны никогда не бывают лишними. Свет еще вырубается в самых ответственных местах. Это такой у них способ пугать. Пугать нас. Ну что же. Какой есть, какой есть. Уже немного раненые даже. Ну ладно, опять поезда. А, нет, стоп, смотрите-ка. Опа. Эмблемы змей, чтобы открывать файлы и фигурки. Ну это так, ерунда. Чисто бонус-контент. Уж здесь-то не надо уклоняться от поездов, а? По этой линии никто не пойдет. О, ух ты, ох ты, ё-моё. Вы смотрите, сколько теней. Давай, 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 сшибай, 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 сшибай. Сшибай их всех. Не стреляй. Где поезд? Где поезд? Так, нам крышка. Если сейчас что-нибудь не случится, это слишком много зомби для нас одних. Сдохни. Вот вам всем. Поезд? Поезд где? Фу, ну, да. Действительно, он будет проходить. Слушайте, а зажигательная вообще жестко. Всех их уделала. Причем она взорвалась при падении.
Довольно аркадная, я вам скажу. Но все-таки то неплохо. Фух. Чё ж поезд раньше не мог проехать? Все, по этой линии идем. На этой линии ни одного поезда не ходит. Потому что иначе бы он врезался в тот, стоящий там сзади. Значит, давайте ускоримся. Что, я нож взял? Нет. Я еще не совсем с ума сошел, чтобы с ножом бегать. О-оу. А что это такое? Это что это такое? Это значит, что он причалил, что ли? Тихо, не свети мне в спину. Хелена, я пугаюсь. Я думаю, это поезд сзади едет. Ладно, видимо, придется нам прокатиться на поезде. Да, это будет весело, как мне кажется. Так, там зомби где-то. Сзади! Сзади! Елена, сзади! Елена, сзади! Фу. На тебе! На! Вот так! Класс, обожаю. Куда? Follow me? В общем-то, да, follow you, потому что здесь по-другому-то не пройти. А, подсадить тебя. Подсадить, окей. А нам что делать? Обороняться? О! Добро пожаловать. Спасибо, Елена. Буду называть ее Еленой. Не хочу ее называть Хеленой. Так, а эти какие-то? Фига себе. Как ты его убил так быстро, я даже не заметил. О, прекрасно. Кто-то еще живой там. И пока что никого. Ну ладно, сейчас кто-нибудь на нас спрыгнет, точно. Спрыгнет кто-нибудь, а? Давай, давай, давай. Может, успеем. Может, спасем еще кого-нибудь. Так, пока никого. А нет, нет. Ошибся. Есть у нас тут красавчик один. Опа! Да! Вот это я понимаю. Отлично. Что, 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 что? Ух ты, черт, мать вашу! Фу! Фига вас тут! Неплохо, весьма неплохо набежали. Ладно, все подобрали, пошли дальше. Ну давайте, давайте, поднимайтесь. Поднимайтесь уже, нет? Не хотите? Ладно. Вечно ли он о них спотыкается? Забавно они сделали, конечно. Но он начинает уже раздражать. Ух, ё-моё! Слушай, урод, больно! Офигеть, как дал нам кувалдой по репе. Так, здесь ничего. Я хотел заглянуть, может там что-нибудь лежит. Нет, треснул кувалдой и все. На тебе, вот так. И растоптать твою голову тупую. Так, где тут еще зомби? Вот гад, а столько хп нам снес этой кувалдой. Просто кошмар какой-то. А кто кричал-то, я не пойму. Никого нету. Тихо, спокойно. Кто кричал? Ладно, может сейчас узнаем. Давай, Леон. О, ящик. Еще. А, еще ящик. Отлично. Ну, выходим. Это еще что? О, боже мой, как я обожаю их все. Тихо, тихо, тихо. Отойди, отойди, Елена, отойди.
Иди сюда, иди сюда. Сейчас подождем, подождем немножечко, подождем, подождем. Иди сюда, иди сюда, не стреляй. Сейчас они подойдут. Давайте, уроды, давайте, ближе, ближе давайте, ближе все давайте. Да хватит по ним стрелять. Давайте, уроды, давайте. Ну что, самое время, по-моему. Вот так. Отлично. Ну добей ты уже его, ну что ты. Вот так, трубой. Прям по башке. Они плюются в нас. Эх, кислота. Опять это кислота мерзкая. Так, ладно, сейчас. А, что, зажигательную? Давайте зажигательную кинем. Вот так. Елена, где ты? Иди сюда, дура. Ух ты, откуда она дробовик взяла? Ух ты, хитрющая. Где? Где это? Вот. Отлично. Все, всех перебили. Вроде всех перебили. Надо собирать трофеи. Че, неплохо их заманивать под эти мины. Сколько опыта здесь. Ну что, толстуха? Спасла? Ай. Всегда это одинаково заканчивается. Всегда все заканчивается одинаково. На тебе! Шикарно. Ну ты сдохнешь или нет? Вот, отлично. С оружием стоят. What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on Earth isn't much of a stretch. Да, ад на земле? Нет, мне не очень это нравится. Ад на земле 2006. Не очень хорошее описание, я бы сказал. Не очень мне по душе. Направляйтесь в собор. Продолжаем мы направляться в собор. Это твоя башка, вот, наконец. Ух ты, ёлки-палки! Ничего себе! Да, вот это класс! Что ж ты не возьмешь никак топорик-то, а? Топорик был бы весьма полезен здесь. И сейчас. О, вот эти... Ух ты, ёлки-палки! А, так это... Это живой? Это живые бегут. Боже мой. На тебе. О, ничего себе, об машину его разбил. Голову. И этого тоже. Да, классно. Мне нравится. Да, что-то какой-то хаос творится на самом деле. По-другому и не скажешь. Так, фонарик, фонарик. Почему у нас нет никакого фонарика? Ничего не включено. Темно же, ничего не вижу. Ладно, идем дальше. А, еще один. Давай, давай, давай. На тебе. Вот так, отлично. Парнишка, спасем мы тебя. Давай, Елена. Ух ты, ё-моё! Ну ничего себе. Так, что, зомби? Давай, давай, давай. Вот так, отлично. Обожаю эту тему. Да откуда вы? Откуда вы беретесь? Спаси нас, спаси. О, Елена. Ну что такое опять? Она вроде сбивает этих, но все равно все катится к чертям, и у нас совсем все плохо со здоровьем. Сваливай отсюда. Откуда у тебя дробовик, Елена? Что за... Нам надо подлечиться. У меня можно только комбинировать, комбинировали, комбинировать в таблетки. Е.
Однушечка. Приняли. Еще одну давай, еще одну давай. Еще одну давай. Все, отлично. Съели таблеточек, сколько было растений. Больше нету. Так, куда мы? Туда? Давай, давай, давай. Действительно. Бежим. Бежим, 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 бежим. Да что это такое? Почему ты упал? Что, что, что происходит? Лезь наверх. Странно вообще, чего он упал. Не понимаю. Ух ты, елки-палки, сколько их тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, нормально. Нормально, отбились. Елена, где ты там? Идешь? Давай, сигай. Ух, ничего себе, девчушка прыгает. О-ха-ха, класс. Вот это приемчик. Вот это неплохо. Да, система боя здесь классная, мне нравится. Действительно, очень-очень-очень классная. Давай, скорее. Угу. Да куда ты стреляешь-то, сволочь? Он что, бронированный? Что, бронированный? Фу. В воздухе попал в него. Да что мне с ним делать-то? Что мне с ним делать? Ладно, я прохожу. Давай, давай, ну, ударь его, убей его. Убей его, убей, убей, убей его. Да чтоб тебя. Фух. Все равно мы хп теряем. Все равно, чтобы вот ни было, мы хп теряем. Ладно, пофигу, честно, я побежал. Куда, туда нам? Наверное, туда, не знаю. Не знаю точно. Пробегаем. Пробегаем. Елена, где ты там? О, бочки. Бочки, это хорошо. Пошли, пошли, пошли. А, все уже, ты растоптала, отлично. Не нравится мне, когда нужно просто пробегать. Довольно это неинтересно. Лучше бы их всех уничтожать. О, ящики наши стандартные. Надо бы нам растенеца найти или спрей. Тут уж больно хп у нас мало. Давай, давай, давай. Куда нам? Туда? Туда нам, пошли. Ох ты! Что? Что? Куда ты понеслась, дура? Или кто это был, парень? Ух ты, елки-палки! Ну что ж за сумасшествие-то какое-то? Действительно ад какой-то. Да вряд ли. Вряд ли нам удастся отдышаться. Что он в холодильнике делал? Искал покушать. О, красненькая, но у нас нет зелененькой. Супер. Зачем нам красненькая, если у нас нет зелененькой? Надо было одну хотя бы приберечь, но... Пришлось смешать, здоровья совсем не было. Так, ну и все. Пока что все тихо. Видимо, мы перешли в другую фазу, где у нас довольно спокойный такой резидент. Вот такой мне больше нравится, на самом деле. Тихонечко, когда мы идем. О, у него оружие. Так, что у нас здесь? А, бочка. Отлично. Но это опять очки умений. Все не то. Все не то. Хочу зеленую травку. Да что такое, Леон? Ну, открой. Открой. Вот, молодец. Фоточка. Да, какие-то там размазанные лица. However, a final transmission was received from the vessel before its disappearance. A transmission alluding to a potential attack from an organization or individual of unknown origin. Authorities are proceeding with extreme caution as they do not yet know who is responsible. Да. Видали его рожу? Один рот открывается.
Да, последний просмотр телевизора. Умерли счастливыми. Ну что это? А наклониться мы не можем. Ну ладно. Ух ты, что это такое? Икс. Воу! Отпрыгнуть назад. Ага. Z откатиться. А C? А, ну все, понятно. C вправо откатиться. Z влево. Damn it, it's locked. А X назад. Ну что, ключи искать? Давайте искать ключи. Честно, мне больше нравился Resident, когда нам нужно искать было всякие ключики. Да возьми ты уже ключ. Тихо. Ладно, сейчас мы его и так уделаем. Вот так. Да, боевая система классная, мне нравится. По морде ему спокойненько надавали и пошли дальше. Сейчас оружие какое-нибудь возьмем. Ах ты, да что ж тебя? Хватанул за ляшечку. Ну, ничего, мы с ним разделались. Вернее, Елена с ним разделалась. Так, и что у нас за оружие? Дробовичок. Весьма неплохо. Чтобы знать, откуда Елена достает свое оружие. У нее откуда-то двустволка. Подождите-ка, что это? Нет, это... еще одни патроны для дробовика. Сколько же живых убивают на наших глазах? Постоянно это показывается. Что это? Куда он побежал? А ну стой! А ну стой, 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 стой! Ух ты, Елена, ничего себе, ты уже там дерешься. Где этот урод? Где этот урод? Пошли, Елена. О, что-то там, патроны. Патроны для дробовика. Это круто. Это очень круто. Вот так. Отлично. Еще один зомби. Только нафиг. Мимо, бежим. Сдохни! О, боже мой. Так, кажется, я понял, как с ним работать. Его нужно убивать, когда он надувает свои жабры. Да двигайся же ты, Елена! Закрыто, что ли? Так, надо оружие сменить. Отлично. Ворот закрыт. Ну, придется наверх идти. Интересно, мы можем дверь за собой закрывать? Давайте, убить. Вот так, ничего себе. Да ты сдохнешь или нет? Урод. Вот так. Растоптать, я сказал, растоптать. Ну, давай, убей его. Ах ты гад. Крикун проклятый. Сдохни. О, убили. Что с него выпало? Вау. А, это один из тех монстров, которые дают нам много-много очков умений. 1000 целых. Это круто. Не то, что эти обычные. Всякий мусор нам дают. Так. Давай, за мной, Елена. Up and over. Ничего себе она прыгнула. Так. Дальнобойщик у нас здесь. Дальнобойщик с топором. В бейсболочке. Так, с ним разделались, хорошо. Давай, Лена, что ты там делаешь? Ящик какой-то сдвигает. Ой. Зажигательной нету. Ничего нету. Пистолет только. Открыто! Все, я побежал, я сейчас. Пошли за мной. За мной, сюда, скорее. О, мы в забегаловке в какой-то. О, еще один. Отлично.
Да пойдем, пойдем, хватит тратить патроны. О! Скорее, скорее, помочь, помочь им, помочь! Помочь этим несчастным! Что, мы опять никому не смогли помочь? Давайте, давайте, сейчас, сейчас со всеми справимся! Вот так! Сдохните все, уроды! Так, у нас еще один урод. Что вы там кричите? Нам спасаться нужно. Они там орут что-то, ругаются друг с другом. Давай, вот так. Да кто кричит? Помогите, помогите. Я уже не понимаю, уже не слышу нифига. Я сегодня первый день. Да что такое? Я же нажал В, чтобы он от нее отстал. Скорей, 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 скорей! Фух, сбил. Так, пошли отсюда. Куда нам нужно идти-то? Я не знаю уже. Долго нам с ними со всеми разбираться? На тебе! Откуда вас столько, боже мой? Зомби повсюду! Нам с ними со всеми, что ли, надо разобраться? Так, что-то у меня со здоровьем не очень. Ладно. Давайте сначала я этого бронированного убью. Да чтоб тебя, а! Отлично, отлично. Отлично, этого прибили. Так, там ничего не осталось. Да пойдем уже. Фу, как всегда, спрятаться в оружейном магазине попахивает третьей частью. Ну что ж, дорогие друзья, неплохо мы отбились на этой заправочной станции. Встретили мы каких-то выживших. Наконец-то хоть кого-то мы спасли. Посмотрим, надолго ли это. Встретимся мы уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии.